знакомая история, рассказанная по-новому. В театре Music Hall прошла премьера музыкально-визуального спектакля по аллегорической сказке Сент-Экзюпери «Маленький принц». На одной сцене соединились разные виды искусства. За музыку отвечал оркестр под управлением художественного руководителя мюзик-холла Фабио Мастранджело, а текст читал актер театра и кино Владимир Кошевой. Дополняла классическую мелодикламацию шоу от студии «Песочной анимации». Много есть экранизаций «Маленького принца», и это произведение идет на всех площадках мира. Но когда на сцене оркестр настоящий, дирижер, артист и песок, это все какие-то тактильные вещи, ты можешь услышать, увидеть, почувствовать. Эту постановку театр представила в рамках своего просветительского цикла «Музыка и сказка». Следующее воссоединение классических произведений разных видов искусств произойдет уже 16 апреля. Зрителям мюзик-холла покажут интерпретацию «Конька-горбунка». Читать стихи Ершова будет народный артист России Федор Добронравов.